короче, перевожу сейчас вам на домики тут. И еще немножко стен поснимаю. Ну, не знаю, может быть, на минут 10 постараюсь снять. Не буду долго. Сейчас была собачка, разговаривали. Вот, блин. Палка это вообще новая, ужасная. А, вот тут уже дорога, машины. Короче, давайте перевожу и снимаю вам. Подожди, сейчас он пройдет. Давай, байк, давай про видео. Короче, хочу показать вам грибочек. Знаете, как все растет. Посмотрите, с одной стороны даже вообще практически не образовалась крыша, а только с одной стороны. Я вам говорю, что часто она только делает один, полтреугольника, так сказать. Поэтому не надо даже искать какие-то, вот видите, Альпы Фума Супериоры. Альпы Фума Супериоры. Если хотите, ищите их в гугле. Вот, сейчас я уменьшу ее. То есть у нее часто бывает треугольник только на одну сторону, понимаете? Вот. И вот посмотрите, как дом тоже уходит в землю. Просто без всяких яких. Знаете? Сейчас вам тут немножко стен поснимаю, блин. Идем, видите, тоже, вот идем по стене дороги. Вот, кстати, здесь еще, кстати, что? Кстати, что? Вот, смотрите, да? Смотрите, здесь тоже вот такой. О, смотрите, как идет стена, да? Кстати, какая огромная стена за деревьями. Глядите, какие огромные валуны. Глядите, все в траве, да? Глядите, какая огромная дорога, да? И вот здесь, видите, канал рек, тоже все идет трапецией. И вот там труба вылезает. Трубу уже, скорее всего, наши положили. Тут есть видите. Коммуникация зеленого цвета. Говорили о том, что это наше все, видите? Это типа как чугун. Как чугунный лист такой, видите? Вот такой канал. Смотрите. Понимаете, на 1600 мы сейчас. 1600, наверное. Нам еще давай ее спускаться. Кто у нас? Делся. Только что был. А, ого. Ничего себе, уже ушел. Так, хочу показать вам тут заготовок полно. Вот посмотрите там, да? Кстати. Ну, как видите, да? Стены, видите? Видите? Линии. Видите? Ленты. Ленты везде, видите? Везде. Во все стороны. Неважно, какую сторону. Видите, какой у нее зигзаг. Вот понимаете, вот это что? Река бы такого, да, бы сделала, да, такой зигзаг. И это я уже 100 раз говорила, что зигзаги везде в горах. Маленькие, большие, неважно. Они всегда вот такие идеальные зигзаги. То есть это как бы как треугольник или как пирамида, да? Потому что пирамида тоже треугольник. Вот, пожалуйста, форма пирамид, почему? Откуда такое вот, да? А, вот здесь он. Выходить-то здесь надо, блин. Блин, упала. Ты чертовой матери. А, блин. Видите, вот что значит, что он далеко от меня. Видите, это тоже дорога. Кстати. Блин. Смотрим. Че, я упала. Сколько дута? Повернула ногу, но так как у меня все сейчас как будто перчивое, посмотрим. Но вывернула ногу сильно. Посмотрим, как у меня сейчас будет дела. Пока, знаете, по горячим следам. Но, слава богу, не вышел у меня с сустава, блин. Прикиньте, сейчас бы пришлось бы это обратно вставлять. Че, ну снимай ветчину комунку, а? Че, да. Абе. Я ему говорю, что никогда тебя рядом нету, когда мне надо. Типа упала и упала, ну что? Он как, он посмотрит, что я иду. Ну идешь, значит ногу-то не вывернула. А если бы вывернула ногу, блин, лежала бы там. Вставлять ее, ой-ой-ой, тоже, блин. Я представляю, какой ужас вставлять эту. Вот это вот, если выходит штука, да? Сустав этот, который стопу соединяет. Блин. Ну, посмотрите, идут
Ленты, ленты, ленты. Видите? Видите? И вот везде, везде, посмотрите, везде. Видите, такие раскладочка. Видите, пупки такие. А? Там. То есть вы смотрите на кучке, где есть кладка, потому что я же не могу все, 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 все это. Мне тем более идти надо. Еще смотреть под ноги, чтобы больше не упасть. Потому что второй раз, если упаду, то точно выверну себе что-нибудь. Вот посмотрите, да? Вот тут тоже идет, вот по диагонали, прилетит, спускается, видите? То есть сначала это был, мол, камни, а вот потом, видите, идет язык. А в том году, когда мы первый раз вообще на одни из первых разов ходили на такую Пунта Реджина, у меня есть видео, там я вам просто сняла, как наглядно образуется стена. Тогда я еще не понимала. Меня еще не было тогда. Я не помню. У меня, по-моему, тогда такой прям теории еще не было. Не помню. По-моему, что же было. Но факт то, что первый раз я тогда сняла. Сейчас я немножко, у меня уже все это более обширно. То, что уже снято миллион, наверное, стен таких, вот таких линий, лент. Я просто уже не знаю, как называть, чтобы вы не понимали неправильно. Знаете? Вот такой вот. Такая лента идет по низу, да? По склону горы. Вот тут тоже. Вот. Ну, это уже люди тут сделали. Вот тут смотрите, как интересно. Тут. Вот там где-то мы на верхах были, да? Удивительно. Когда я с ним спускаюсь, иногда мне даже не верится, что там было только что. Но сейчас у меня, знаете, сегодня у меня даже не болят мышцы бедер, потому что все-таки привыкла уже по 1000 делать. И вот это уже, вот видите, куда стены идут? Вглубь, да, канал рек такой, видите, там тоже все кладка. И меньше 1000 уже ноги, блин, не болят. Видите, как идет цепочка? Просто лента, знаете? Уже 17 минут. Нормально? Туда. Тачки. Вот тут кучка, видите, собирается во что-то. Вот канал рек вообще в разные стороны идет. Разделяется. Вот посмотрите, просто лента, да, невероятная. Там тоже наверху, знаете. Там вот домик стены торчит, который я до этого тоже пыталась снять, но очень далеко было. К нему нет никакой дороги, понимаете, никакой. Так, ну ладно, все, пока прекращаю. Сейчас, может, еще сниму, если сейчас увижу что-то интересное. А так, если что, тогда до встречи. Пока-пока.